В Испании раскрыта схема организации договорных теннисных матчей. Полиция обезвредила преступную группировку, в которую входили выходцы из Армении. 15 человек арестованы, при обысках были изъяты почти 170 тысяч евро наличными, 5 дорогих автомобилей, кредитные карты, компьютеры и пистолет. В числе подозреваемых 28 профессиональных теннисистов. Один из них – участник прошлогоднего турнира US Open. Всего же в деле фигурируют 83 человека, среди них испанский теннисист Марк Форнелл Мейстерс, которого уже отстранили от соревнований. По версии следствия, именно он был связующим звеном между армянской бандой и подкупаемыми ею игроками. Так, с февраля 2017-го группировка организовала порядка 97 договорников на турнирах Futures и Challenger, заработав на этом миллионы евро.